трасса, освещенная только фарами машин, толпа зрителей вплотную к дороге и рев двигателей резко стартующих автомобилей. Помериться лошадиными силами на этих выходных на 12-м километре трассы национального значения Харьков-Красноград-Перещепино собралось около 1000 стритрейсеров и их симпатиков. Оградив участок трассы, любители риска и высоких скоростей начали соревнования. Однако в этот раз традиционную схему изменили сотрудники ГАИ. Говорят, гонки по ночным трассам без соответствующего разрешения и обеспечения необходимой безопасности не просто незаконны. Любители погонять по ночным трассам на перегонки могут не просто спровоцировать аварию, но это брать жизни зрителей. Владельцы автомобилей, которые проезжают, зрители или участники, они допускают нарушение правил дорожного движения, прежде всего скоростного режима, правил обгона, маневрирования, а также нарушение правил остановки, стоянки. То есть они выстраиваются вдоль проезжей части, перегораживая при этом движение транспортных средств, которые движутся по магистралям. Высокие скорости на ночных гонках только за первые два месяца 2014 года унесли жизнь 33 человек, 395 получили травмы. Потому основной задачей мероприятия «Безопасные автодороги», в рамках которого и проводился данный рейд, – недопущение аварий. Не на стороне ночных гонщиков оказались и их легальные коллеги. Еще в прошлом году представители Автомобильной Федерации Украины обращались к премьер-министру с просьбой поспособствовать запрету нелегальных автомобильных соревнований. И сейчас потолковать о правилах дорожного движения и любви к скорости вместе с гаишниками приехали представители автомобильного сообщества Харькова в надежде, что их участие сохранит чьи-то жизни. Оксана Нечапаренко, агентство телевидения «Новости».